с Муслимом Магомаевым мы много очень встречались на сцене. Это на разных площадках и Москвы, и не только Москвы, и кремлевские, и театральные сцены, там, где проходили концерты, большие праздники. Это, конечно, это явление. Это культурное явление, человеческое явление, потому что он совершенно особенный, он не похожий. Этот человек в силу своего благородства, таланта, красоты, ума, сдержанности. И когда он выходил на сцену, все просто внутри замирало. И я и по сей день помню одну фотографию, черно-белую фотографию. Было время, когда фотографии известных певцов, артистов их коллекционировали. Тогда не было еще такого количества глянцевых журналов, и в этих киосках «Союз Печать» продавались фотографии любимых артистов. И я помню фотографию Муслима Магомаева на конкурсе где-то в Италии, черно-белая. Ну, это просто невозможно было оторваться, понимаете? Но настолько он был... он просто неземной, он просто парил вот в воздухе, когда он, когда он пел, это... Его зал встречал, наверное. Его голос — это навсегда. Он, конечно, сейчас очень многие пытаются исполнять в его манере, подражать ему, потому что, конечно, есть чему подражать. Но когда ты уже второй или третий, ты все равно не первый.